Тус, 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 всем привет, ребята. И сегодня у нас будет обзор на Лего Гарри Поттер. Да, Гремучая Ива называется. А вот номер я не знаю, поэтому ха-ха. Ну вот, давайте посмотрим Лего Человечков. Первый у нас пусть будет Рон. Рон Уизли. Такой он, в такой одежде. Теперь у нас Гермиона. Такая вот. И всеми любимый собственной персоны Гарри Поттер. Тут у нас есть ой-ой-ой. Что ж, вот я вот такой вот. Не знаю, как зовут. Вот просто круто. Теперь покажем функции, как всегда. Берем нашу Иву. Кстати, вот так она выглядит. Вот. Берем машину летающую, в кавычках. Она в фильме летающая, у нее не летающая. Вот так вот. Крутим. Чё ты не крутишься? Крутим. Ну вот до этих пор. Ну вот, машина у нас вот такая, вот так выглядит. И тут бац, чемоданчик. Один, стоп, тут их два. Видимо, я для аэропорта брал. Ну, неважно. Так, теперь посмотрим на сам этот замок Хогвартс. Сейчас, вот. Вот так он выглядит. И самое интересное, прям, лягушка-квакушка тут сидит. Кстати, в наборе с большим залом, который я покажу сегодня, там тоже была лягушка, только золотая, тут зеленая, вот так вот. Тут есть спальня Гриффиндора, и тут сидит Булька. Блин, что я? Не знаю, как, забыл ее, как зовут-то, а? Палка, вот ты вот зачем вот, вот палка, вот палка должна быть здесь. Вот, тут урок один, тут урок два, ну вот. Вот и все. Так, ну давайте я вам покажу, что я и хотел показать. Только вот я забыл, а я сейчас посмотрю, извините. Сейчас, а, вот так оно крепится. Извините, просто я тоже забыл крепить, как правильно получилось. Вот так вот. Берем, делаем. И получается Малфой. Ну, а что ты тут стоишь? Во! Это наш Хогвартс! Нормально похлопала, очень громко. Ну вот. Вот этот Хогвартс огромный, который я так давно хотел. Вот он, собственная персона. Огромный. Ну ладно, ребят, на этом мы прощаемся. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи и пока. А-а-а-а-а-а-а.